Юрий Дудь и Евгений Савин – эти имена сегодня известны далеко за пределами мира спорта. Они заработали неплохие гонорары и миллионы просмотров на своих YouTube-каналах. Дудь и Савин, а также известные российские спортсмены, а ныне бизнесмены, открыли первый день форума «Спорт Коннект». Спикеры рассказали, как реализовать себя за пределами спортивной карьеры. Форум открылся в Российском международном олимпийском университете. Сегодня это известная в мире кузница спортивных менеджеров. Цель форума – собрать на одной площадке неравнодушных спортивных менеджеров, которые могут обменяться друг с другом опытом и которые могут почерпнуть что-то полезное для себя и понести это в свою практику. Форум «Спорт Коннект» – это коммуникационная площадка для профессионалов из различных областей спортиндустрии. Это маркетологи, журналисты и представители спортивных федераций и объектов. Форум проводится в четвертый раз. Впервые его партнером стал курорт «Роза Хутор». Курорт на сегодняшний момент является круглогодичным. Мы активно развиваем экологический туризм. Работаем сейчас над созданием туристических маршрутов, что было в свое время очень востребовано, но какое-то время было утрачено. Сейчас мы активно стремимся это развивать. Второй день форума прошел в Красной Поляне. Его участники познакомились с инфраструктурой курорта. Это гостиницы, лыжные трассы или, например, вот такой фитнес-клуб «Роза» с видом на заснеженные горы. Сегодня этот горный курорт – один из ярких примеров эффективного управления туристическим и спортивным объектом. Шестой год идет, да, после Олимпиады, поэтому все это время мы движемся, мы проводим большое количество спортивных соревнований. Мы смогли найти себя, и у нас получается проводить и соревнования, и работать курортом. Поэтому это важно. Это важно. Мы готовы поделиться, как это делать эффективно. Главная задача форума – обмен опытом в области спортивного менеджмента. Это яркие кейсы и лучшие практики. Два дня, 20 спикеров, более 300 участников. Таковы итоги четвертого «Спорт Коннекта». Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.